тут всякого разного тоже злой. Корнеобразователи. Но ими я как-то и не пользуюсь почему-то. И пины циркона. Стимуляторы роста. Не просто. Виталайзер HB101 ампула. 230 рублей. Кстати, вот была выставка в Москве. Там, да, по-моему, в Москве, да, последняя. Вот. Сказали, что в Леруа 100% оригинал. Вот тут 10 грамм порошок. Я имею в виду, вот задал такой, сказали. За жидкий. 230 рублей стоит. Я не пойму, что тут, как тут брать. Ну то ладно, у меня другие стимуляторы. Не хуже, а то и лучше. Вот зеленое мыло бы надо бы прикупить. Блин, надо все запомнить. Медь, сера. Такие монопрепараты. Это кто составляет там, может, всякие эти смеси. Жидкая сера. Как эти смеси, знаете, называются, как они? Ну, типа для как для гидропоники. Смешивать там препарат А с препаратом Б. Компонент А, компонент Б. Там делают, умельцы есть, я знаю. Я точно знаю. Фитоспорин. 78 рублей 100 грамм. И фитоспорин Про Био 377 рублей. И богатый микро... Достать надо. Так. Хилатное удобрение. Богатый микрокомплекс на основе природного хилатора Бияк. Полностью биоразлагаемый на природные полезные аминокислоты и янтарную кислоту. Так, состав. Сейчас, секунду. А вот состав. Богатый микрокомплекс. Так, это сейчас что-то. А, вот у меня и такая вот есть тоже. Биозащита от болезней. 600 рублей. Тут сенная палка есть. Бациллус субтилис. Ну, сенная палочка. Тоже, кстати, классная штука. Пол литра 600 рублей. Маленькая 420. Так, мыло. Хвойное. Табачное. Мам, ну смотри. Дегтярное. Дама шумная. Ого. 300 рублей зеленое мыло. А, ну это ж понятно, это Башенком. Растительное, калильное. А такое 197 рублей. Которое можно опрыскивать. Не, дома возьму. Тоже тащить неохота отсюда. Ну, тоже хорошая фирма Щелкова Аграхим. Я ей последний раз пользовался, покупал в Победе эту серу жидкую. Обрабатывал огурцы от клеща, ну, такой от всяких вот этих мошек, блошек.
Хорошо, помогает. Тоже много выпускают всяких препаратов они. Вот липосан. Тоже хороший. Но это прилипатель. Это не растекатель, это прилипатель. Я его, у меня есть, мне не надо. У меня и другой фирмы есть. Литр в этом году брал. У меня еще пол-литра точно осталось. Мне хватит. Скажется на 610 рублей. Маленькая 413. Вот хай плесени 633 рубля. Что тут еще у нас есть интересного? Да, щелковый агрохим представлено прям много. Грейдер. Грейдер, что это такое? А, это этот какого? Гербицид, ну, вспомнишь пока. Искра. Тоже, кстати, это классно. Это от этих... От ли... Да? От насекомых вредителей, да. От ли, белокрылки, цикадок. Эффективная, говорят, тоже штука. 274 рубля. Битоксибацилина, клещей гусениц колорадского жука, медянец, тоже классный биопрепарат. Но его тяжело размешивать. А на мешалке, которая у меня есть, хорошо размешивается. 48 рублей. Липидоцид от гусениц, 27 рублей. Тоже, кстати, классная штука. Бацилус турингиентис, биологический инсектицид, тоже классная штука, не везде продается. Есть вот такой большой липидоцид, 100 грамм, 232 рубля, ну тут их, по-моему, 10 штук, по 10 грамм будет, в принципе, удобно. 20-30 грамм на 10 литров воды. Батрайдер. Сегодня там с одной дамой переписывался ВКонтакте. Я говорю, вы батрайдером аккуратнее дома работайте. Да что там? Я сама астматик, сын у меня астматик. Мы аккуратно в ванне там... Во всех, это как маску с Леруа Мерлен одеваем. Все такое туда-сюда. Я говорю, ну вы аккуратнее все равно, как бы. Здоровье, у вас вы астматик. Она мне, вы походу, говорит, а, на орхидею мне. Вы походу не архаман, вы только цветы любите дарить. Я говорю, ну вы знаете, что следите за здоровьем. А цветы это не главное. А потом в больницу сляжете со своей осложненной астмой, таких вот препаратов, которые нельзя в доме работать, а вы ими дышите. Я же в ванне. Ну да, в ванне. А если это общая вентиляция, то это все летит к соседям и выше. И вы, получается, молодец. Вот это вот рекламу увидел я 100 пулит. 112 рублей. Ну, люди, знаете, разные бывают. Им бывает не вметешишь, не вдолбишь в голову, что цветы это не главное, а здоровье. Потом столько здоровья убьете денег. А тем более она уже астматик, как она говорит. Я этим батрайдером работаю на улице. Маска, каска, противогаз. Ну, как бы химия это. Ну, тут же, знаете, как люди разные бывают. Так, ну что, все? Или нет? Или нет? Ой, тут ходить, ходить не переходить. Семена озона.
Это что такое? Биогербицид от мха и сорняков. А это тут у нас, похоже, это гербициды пошли от этих, от сорняков. Так, дамба, а вот дамба 30 миллилитров, 240 рублей. Вот эта вот штучка. Травы озонные, семена, но семена я вам не буду показывать, потому что я долго это будет происходить. Не так, в общем, планом. Газоны. Лилии. Вообще лилия 50 рублей. Вот такая. Хосты. По 150 рублей. Ну, уже не сезонный, естественно, скидки. Это газоны все. Мираторг даже газоны делает. 1000 рублей 2 килограмма. Карликовый газон. А нет, подождите. Если 2 килограмма стоит 1000, сколько ж 5 стоит? Это все вот семена. Хозяйственные товары такие. Ну, веники, лопаты. Дальше смотрим.